И вот я иду к алтарю, окруженная друзьями, в полной боевой готовности к бесконечному счастью. По крайней мере, в мечтах все было идеально. Но у судьбы были другие планы. К черту все! Однако зацикливаться на плохом не в моих правилах. Я в абсолютном восторге от своей новой жизни. У меня шикарная работа на телевидении в новостной программе. Доверить проект я могу только самому энергичному члену команды. Есть такой? Хочешь в туалет, Бриджит? Выйди. С бывшим у нас чудные отношения. Как поживаешь? Хорошо, а ты? Прекрасно. Бокал вина? Виски. Самый большой? Двойной. На любовном горизонте забрезжил свет. Вы позволите? Как раз в пору. Если бы не одно маленькое «но». Я беременна? Все под контролем. Кажется. Дай-ка полюбуюсь на тебя. О нет, Бриджит, кто отец? Ребенок от Марка? С вероятностью 50%. Господи! Неужели оргия? Бриджит Джонс 3. А это папочка, полагаю. Я рада, что вы смогли быть здесь в этот неповторимый чудесный момент. Доктор Броудинг, могу я попросить вас о небольшом одолжении? А это папочка, полагаю. Я рада, что вы смогли быть здесь в этот неповторимый чудесный момент.